Всем привет! 28 ноября, вторник, погода минус 3 градуса, но по ощущениям минус 8. И вторая цифра намного ближе к действительности. На следующей неделе, в субботу, старт трейла, такого достаточно серьезного трейла, 22 километра. Но погода будет вот приблизительно такая же. Цель на эту неделю, ну особой цели нет, выполнить упражнение 8 недели подготовки к марафону. Это 5 километров надо пробежать в темпе на 5 километров, ну где-то, не знаю, 4:50-4:55, может даже сегодня попробую или в четверг, и поддерживать форму и подойти опять же в хорошей форме к забегу на следующей неделе. Так, ну все, прохладно разговаривать, побежали. Добегаю 3-й километр. Ну, бегу где-то 6-10. Но вот не чувствую свежести в ногах. Может и права программа в часах, которая говорит, что готовность слабая 42%. И еще надо 26 часов на восстановление. Но попробую чуть ускориться. Добегаю последние метры. Уже говорить подряд не могу. Вот 50. 40. 30. 20. 20. Есть. Пока еще тяжело говорить, но сразу разбежался и подумал, почему бы хотя бы на 3 километра не установить личный рекорд. Не знаю, как на 3, но на 5 точно. Уж не знаю, не смотрел. Теперь заминка. Добегаю 15 километр. Вот, 14, часы показывают, 14.99, вот, все, 15. Похвалили меня, на 78% выполнил работу. Сейчас пока бегу 200 метров, что можно сказать. 7 километров заминки, пробежал где-то 6.05. Бегу очень легко, вообще нет усталости никакой. Несмотря на то, что, мне кажется, что улучшил я свой рекорд на 3-5 километров. Уже не терпится добежать эти 200 метров и посмотреть статистику. Пульс вообще на удивление 136. Очень хороший. Тренировка очень хорошая, очень доволен. Сейчас добегаю последние 50 метров. И статистика, пробежал я эти 15 километров и обязательно 200 метров. Ну, быстро пробежал, час 25, средний темп 5:35. Ну, самое интересное, обновил два своих рекорда на 3-5 километров. Холодно, сейчас точно сказать не могу. Бегущий спокой написано, но очень чрезвычайно доволен. Все упражнения теперь 9 недели завершены. Ну, можно ли приступать к 10 неделе, или начинать не торопясь готовиться к трейлу. Ну, сейчас восстановление 2 дня. 30 ноября, четверг, последний день осени номинально. Минус 2 градуса, ощущается как минус 5. Сегодня, хоть и четверг, но только начинаю 10-ю неделю подготовки по программе из 20 недель к марафону из 4 часов. Возможно, начну. Потом, возможно, это потому, что 2 дня назад, позавчера, во вторник, пробежал, ну, очень хорошую темповую тренировку. И на 5 километрах установил 2 личных рекорда. На 3-5 километров. Ну, очень хорошо, доволен. Сегодня в программу часов своих зарядил тренировку интервальную
два интервала по 1200 метров, 4 интервала по 800 метров с отдыхом 2 минуты. Ну, не знаю, побегу 3 километра, разбегусь, и там будет видно. Может, пройду просто темповую. И из-за этих рекордов получается, что очень низкая у меня готовность, всего лишь 43%. И программа, опять же, в часах говорит, что еще надо 20 часов для подготовки. Ну, побежали. Ну что, есть отличный повод похвалить себя. Разбежался, как обычно, 3 километра. Это 6.10, 6.15, 6.0. И побежал. Первые два интервала 1200 с отдыхом 2 минуты. Но бежал хорошо, 4.30. Потом еще 2 минуты отдыха и 4 интервала по 800 метров. К концу последнего интервала начал подуставать немножко. Тоже бежал 4.30, где-то все. Но все равно последний интервал 4.25 пробежал даже. Ну, молодец. Очень хорошо. Сейчас бегу. Вот уже почти 12 километр. После выполнения упражнения один раз попил воду. Пульс принципиально не смотрю, потому что раньше у меня была отмазка. Если бегу 170, значит, надо сбрасывать. Сейчас отлично добежал. Сейчас пульс 153, но когда начинаю говорить, что-то ускорился, 5.45. Сейчас до 15 добегаю, смотрю статистику. Не знаю, слышно или не слышно на камеру. Воздушная тревога. Я пробежал свои 15 километров. На том стадионе возле моего дома мне пришлось бы уже уходить со стадиона. Здесь можно продолжать бегать. Пульс так и не упал ниже 140. Подымался до, ну, за 170, наверное. Очень доволен часами. Часы, блин, контролируют все мои интервалы. Не надо на время отвлекаться, считать. Сигнал пропикал. И начинаешь новый интервал или заканчиваешь предыдущий. Ну что, тренировкой очень доволен. Вот, пробежал 15 километров, 200 метров. Средний темп 5.34. И на всю тренировку затратил я время 1:25. Ну, не знаю, может, надо на километр уже увеличивать, по 16 бегать, чтобы было как минимум 1.5 часа. Но пока меня этот вариант устраивает. 1 декабря, первый день зимы. Плюс 1 градус, ощущается как минус 3, но, скорее всего, плюс 1. Идет дождь, пока еще легкий. Я иду на стадион на восстановительную тренировку. Часы мои говорят, что готовность крайне низкая, 15%, и рекомендуют сегодня отдых. Ну и тренировка у меня сегодня восстановительная. А так часы говорят, еще надо 42 часа. Одет от дождя по полной программе, защищенный. Куртка Соломон Бонатти. И плюс испытываю сегодня свои носки непромокаемые. Первый раз в них бегу. Но у меня и кроссовки Asics Вельтробука 10 с Гортексом. Так что от дождя трейлранер Руслан защищен. Бегу 6-й километр. Вот сейчас только разогнался, 6.30, когда камеру достал. А так бегу где-то 6.50-6.55. Пульс 120. Первый раз посмотрел. Дождь почти прекратился. Мелкий-мелкий, к сожалению. Так что вещи целиком испытать не получится. Наступаю в мелкие лужи, но кроссовки с Гортексом, для них это так. Пробежал я свои 10 километров. Вот. Средний темп 6.53. Пульс
сейчас 120, ну, начал говорить 121, 122, 123. Время 1:10 почти. По поводу вещей своих. Все вещи прошли испытания. Но сейчас идет очень-очень мелкий. Что дождь, что ветер. И куртка, и штаны соломоновские выдерживают идеально. Кроссовки. Мембрана тоже. Носки. Вода во внутрь попадала, так что не знаю. Насчет дышащих свойств. Ну, есть некоторые сомнения. Но тоже испытания, скажем так, прошли. 10 километров бежал, ноги сильно не вспотели, но две мембраны на носках и на кроссовках, это, наверное, занадто. Ну все, тренировка закончена. О, пока говорю, просто уже 127, 128. Очень доволен. Ноги чувствуют легкое закрепощение. После вчерашней интервальной. Интервальная очень была такая крепкая. Главная цель — восстановиться до воскресной длительной. Третье. Декабря, воскресенье, иду на длительную тренировку, плюс 12 градусов, лето как для декабря, готовность крайне низкая всю неделю, сегодня 44 всего лишь процента, хотя 2 дня отдыха, остается 6 дней до старта на трели. Возможно, сегодня такую легкую длительную сделаю, километров 20-25 максимум. Иду на встречу с группой, беговым клубом павлоградским, но что-то в сети малоактивны люди. Группа собралась в том же многочисленном составе. Я, Руслан и сзади огромная толпа, которая не помещается даже на камеру. Блин, никого нету вроде. В общем, бежим вдвоем. Ну ничего, это зима. Пробежали первые 5 километров. Темп средний 6:15. Не так, чтобы быстро. Решил сегодня отдохнуть. Два Руслана поддерживают реноме клуба. И вот на всей трассе единственный такой подъемчик хороший. Ну, более-менее хороший. Здесь можно тренировать забеги в голову иногда. Пока 6,5 километров. 148 пульс. Сейчас, наверное, поднимется чуть-чуть. Еще один маленький подъемчик на пути. Но этот очень маленький. Бежим с Русланом 13 километр. Два Руслана. Пульс как поднялся на первой пригорке 150, так и не падает. Ну и темп мы чуть-чуть увеличили. И это хорошо. Пробежали с Русланом 15 километров. Последние 5 километров чуть разогнались. Средний темп дошел до 6.0. Ну и пульс уже 158. Сейчас не знаю, идти на стадион или не идти. Подбегаю к нему сейчас. Все-таки решил забежать на стадион, потрусить немножечко и подвести итоги недели. Неделя прошла очень успешно. Завершил упражнение 9-й недели. 5 километров в темпе на 5. Два рекорда личных, наверное, 3 на 5 километров. Потом выполнил в четверг очень сложное, для меня сложное, интервальное упражнение. 17 километр. Пульс 157, хотя бегу 6.05. Наверное, буду заканчивать на этом, эту неделю. Надо к трелу в субботу подойти. Это 6 дней всего осталось. В хорошей форме. Не загонять себя. Ну, кому интересно, как Руслан пробежит этот трейл, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Встретимся через неделю.